Вот, короче, чуваки. Сейчас я буду кушать. Вот. Вот такую вот красную рыбку, да, видите? Жирую на доллары. Вот. Вот такие вот кусочки хлеба, уже намазанные маслом. Сверху буду вот такой вот икорочкой, да, вот так вот мазать еще. Вот. И еще, чтобы совсем было классно, еще вот такой вот икорочкой сверху, видите, вот так вот. Во. Вкусно. Вот. Мой друг по имени Кеннет и по кличке Шимпанзе. Помните, Coca-Cola рекламировал в одном из моих роликов? Не помните? Ну, смотрите еще раз этот кадр. Mina damer och herrar, det här är den bästa dryck som finns. Varje morgon tar jag en cola. Skål. Finns inget bättre. Вот. Теперь вспомнили, да? Он так смачно прорекламировал Coca-Cola, что я сегодня сам пошел и купил тоже Coca-Cola и буду ее сегодня пить. Сегодня же день рождения этого чувака какого-то известного. Иисус Христос его вроде зовут. Вот. Как бы я еще раз говорю, я его не знаю, я с ним не знаком. Но как бы все празднуют, и как бы я тоже присоединился. Решил тоже его день рождения отпраздновать. Вот. Что еще? Елку тоже вот купили с Юлькой. Вот. Кстати, кто-то спрашивал, сколько стоила елка. Елка стоила 400 крон. 400 крон это 50 евро. А, кстати, смотрите. Вот такие вот штучки я еще буду есть. Видите, это грибы. А внутри гриба сыр. Я не знаю, как это называется, но штука тоже охренительная. Сейчас попробую. Ощущения вкусовые вам расскажу. Но ощущение гриб с сыром. Запитый кока-колой. Так вот. Что хотел еще сказать? А, сегодня хотел поговорить о разных видеоблогерах. Вот я не так давно сделал один эксперимент. Я в личку всем известным блогерам написал сообщение. Попросил их пропиарить мой канал. Причем бесплатно. Хванскому писал. Виталию этому. Виталий ТВ или как это. В Америке живет. Вот. Просил очень вежливо, типа, ребята, помогите, я начинающий блогер, поставьте мне просто лайк на любом видео. Ну, в ответ тишина. А я просто охреневаю от такого отношения людей, да, видеоблогеров к другим видеоблогерам. Вот. Не, я, конечно, тоже никому лайк просто так не поставлю. Но я-то скотина, а все остальные нормальные видеоблогеры же. Вот. Получается, тоже скоты все. Вот. Например, Чиж Нью-Йорк меня одно время пиарил. Если так можно сказать. Бесплатно. Но у Чижа Нью-Йорк, в принципе, за ним должок.
когда-то давно, еще на моем первом канале, который был забанен. Я тогда не умел монтировать ролики. Ну и вообще мои ролики были говно. Так вот, я всегда говорил в конце ролика, подписывайтесь на мой канал, кнопка должна быть где-то здесь. И вот так вот пальцем показывал. А Чиж в те времена был очень гордый и неприступный. И говорил, что он вообще видеоблогеров никаких не смотрит. Ему это не интересно. Но в одном видео он сказал в конце ролика, подписывайтесь на мой канал, кнопка должна быть где-то здесь. Это о чем говорит? О том, что это скотина, который говорил, что он не смотрит мой канал, не смотрит вообще никакие каналы. Все-таки смотрит каналы. И не просто каналы, а именно мой смотрел говноканал. Из этого я делаю вывод. Я делаю классные ролики. И мое творчество нравится Алексею Чижову. И его все-таки замучила совесть однажды. И он решил меня немножко попиарить. Пиар, правда, был черный, когда он мне предлагал жить в Нью-Йорке на Брайтон-Бич на пакетах с мусором. Помните? Если кто видел этот ролик. Ну и там еще в одном ролике, когда он покупал машину, тоже он сказал, что я ему прислал денег, типа, а тебе денег не хватило на покупку не то что квартиры, но и на покупку автомобиля. Но тем не менее, я Алексею Чижову очень благодарен. Я сейчас серьезно говорю. Я против него как бы ничего не имею. Я уже это сказал местной братве брайтонской, да, маляву кинул, чтобы Чижа на Брайтоне вообще же него никто не трогал. Братва, короче, на сходку сходила, да, и на сходке мое решение, да-да, не удивляйтесь, одобрили. Поэтому, Чиж, ты можешь жить спокойно в своем Нью-Йорке, не волноваться, что завтра к тебе придет братва и кинет предъяву. Да и самолет не упадет на твой дом. Это уже я без братвы просто предвижу. Кстати, насчет самолетов. Что-то вы кричали, что самолеты падают каждый месяц. Не так трудно предугадать это. Ну вот смотрите, уже месяц прошел, а самолет все еще не упал. Ничего. Может накаркать. Может завтра рухнется самолет. Боинг. Если самолет грохнется завтра, послезавтра, вы же опять, сука, пидоры, мне напишите, что я не Ванга, а это просто случайность. Что же, случайность будет какой там, третий или четвертый раз, что ли? Вот. Короче, пока еще я подумаю. Вот. Во мне еще дьявола нету много, он пока что вселяется только. Вы видите по роликам, что дьявол вселяется. Но как вселится, да, сразу самолет рухнет. Вот. Случился. Что-то я все о грустном. Вот так вот я еще хлебушек в масло здесь макаю, в такое специальное масло, где вот эти грибочки были, да. И... Кушаю. Вкусное. Вот здесь это масло. Вот здесь, видите. Я, конечно, с удовольствием бы его сейчас вылил на голову, да. И размазал бы это все, да. Вот эти вот оливки, да.
размазал бы по роже себе вот эти вот, видите. Но спонсор слабоват сегодня был. Поэтому сегодня такого счастья не будет. Вот накинул бы он еще хотя бы, ну, 50 центов, да. Тогда бы я уже вылил это масло себе на бошку. Ладно, что мы о грустном-то все? О самолетах, о чижах из Нью-Йорка. Давайте посмотрим, как Рогер танцует. Потому что у нас еще и танцор диско. Понравилось. И мне тоже понравилось. Ну ладно. На этом все. Чао! Смотрите. Опа! Чао!